22 апреля – Международный день Земли. Этот символический праздник напоминает о том, как важно любить свою планету и заботиться об окружающем мире. В одном из детских садов Павлодара экологическое воспитание прививают с раннего возраста. И дети уже знают о самых проблемных вопросах нашего общего дома. Какой сегодня день? День Земли. А на какой планете мы живем? Земля. Как думаете, почему важно беречь нашу планету? Чтобы она никогда не загрязнялась, чтобы она никогда не была больной и голубой, чтобы она была. Очистка воды, сортировка мусора, посадка деревьев и не только. Именно так отметили день нашей планеты дошколята. Мы с крагу разные контейнеры, бумагу, стекло, железо, мекар. Проникли с карачишкой из них переработали и получились новые вещи. Я очищаю воду, что она была чистая. Знаете ли вы, как можно вторично использовать, казалось бы, уже совсем негодные листы бумаги? Дети точно знают. Макулатура, вода и клей, и вот вторая жизнь бумажного листа. Машину из бумаги. А раньше эта бумага была какая? Вы ее переработали? Да? Мы ее намочили водой. Мы намочили бумагу и сделали домик. Воспитатели уверены, в условиях современного мира правильное экологическое воспитание подрастающего поколения – настоятельная необходимость. Это с маленьких лет они должны знать, что нужно сохранить эти деревья. Нельзя их ломать, нельзя мусорить в природе. Вот это я считаю самым главным приоритетом сейчас, так как у нас экология – очень большие проблемы, поэтому мы сейчас со своих детей приучаем сохранять природу. Празднование Дня Земли не ограничилось кабинетом, где, как ни на улице, лучше всего знакомиться с природой. Дети высадили деревья, установили таблички, которые напоминают о важности бережного отношения к окружающей среде. Ну и какой праздник в детском саду без игр? Команды соревновались на быструю и правильную сортировку мусора. В завершение, взяв в руки разноцветные шары, дети показали все краски нашей планеты. Все начинается с детства. Экологическое воспитание, любовь к природе нужно прививать как можно раньше. Ведь только все вместе, маленькие и взрослые, мы сможем сохранить нашу планету в чистоте. Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, РТС Ахпарат.